видео мы снимем фронт, вот эти штуки. Вот для пробы. Объясню вкратце, что такое. Это пластиковые клини. Вот так они выглядят. Для чего они нужны? Они нужны для монтажа окон. Окно упирается на клинья. Вся нагрузка окна выдается на эти клинья. Через клинья она выдается на бетонную плиту или на плиту, которая держит само окно. Это вещи не очень-очень важные. Зачастую кто-то использует деревянные клинья, использует что-то наподобие вот этих опилков, подставляет под низ. Но это неправильно, потому что со временем они высыхают, и окошко может покорябиться, оно может стать не по уровню. Либо оно может намокнуть, что набухает, и окошко опять сменит свою геометрию. Что нужно при выборе пластиковых клиньев, что нужно учесть? Клин, он должен быть с дырочками. Объясню, для чего эти дырочки. Это для теплопроводности он помогает. У клина обязательно должны быть вот такие заусенцы маленькие. Не знаю, если заметно. Вот такие маленькие заусенцы, они должны быть по 0,5 мм. Для того, чтобы когда клин садится один на другой, чтобы он не соскальзывал. Еще один очень важный фактор, потому что многие компании делают пластиковые клинья, но мало кто знает. Нагрузка на один клин, она должна составлять порядка до 1000 кг. Объясню почему. Это у нас окошко маленькое, скажем, стандартно, но говорить, что это у больших окнах или у дверях, они весят там и по 200, и по 300 кг. И представьте себе, когда вот эти 200-300 кг давят на сам клин, и если он из качественного материала, то наш уровень может уйти. То же самое в этом случае. Если мы будем использовать деревянные клинья, представьте, если 200-300 кг надавят на эти клинья. Я не говорю, что нельзя там использовать. Можно использовать деревянные, но это должно быть из дерева твердой породы, во-первых, и во-вторых, должно быть пропитано септиком чем-то. А зачастую вот такие нельзя использовать. По клиньям что еще могу сказать? Да, они немножко, скажем так, дорогие, не знаю, в других странах у нас они не дешевые, но они помогают при монтаже быстрее смонтировать окошко, но и легче, скажем так, но и по стандартам намного лучше. Один большой совет, когда вы поставите клинья, клинья не ставятся вот таким образом. Опорные клинья должны ставиться вот параллельно окошку, потому что если у нас клин стоит таким образом, вся нагрузка идет на эти 4 сантиметра. Когда у нас он стоит по-другому, вся нагрузка на все 10 сантиметров ложится. Теперь перейдем вот к этим всем штукам. Что-то приближу, чтобы было видно. Я объясню, что это такое. И нафига не нужны для нахуй. Вот эти четыре вещи, это называется фальцевый вкладыш. Вот, смотрим с обеих сторон. У каждого производителя окон есть свои фальцевые вкладыши. У каждого производителя. Для чего нужна вот эта хрень? Для чего она нужна в окне? Фальцевый вкладыш, он ложится на профиль. И сверху фальцевого вкладыша ставится дистанционная колодка. Почему? Если вот мы посмотрим с этой стороны, у нас от начала профиля до фальцевого вкладыша есть место для того, чтобы когда вода, которая будет проникать через 5-7, через резинку пакета вовнутрь, чтобы она могла свободно циркулировать вниз через дренажное отверстие, спускаться наружу. Плюс к этому фальцевые вкладыши, они зачастую, а правильно их ставить параллельно этим клиньям, потому что нагрузка от пакета передается через вкладыш, через железо и на клинья вниз по бетону. Они ставятся вниз. Вот есть, некоторые ставят вот такую клинью. Она неправильная. Объясню почему. Нагрузка пакета ложится на вот все эти 10 сантиметров.
Вот представьте, вся нагрузка ложится вот на эти 2 сантиметра. Что получается у нас? У нас пакет побольше, он трескается. И еще, у фальцевого вкладыша, если видите, тут есть пимпочка и тут неровность. Он как бы стоит немножко вот по таким углом. Почему это? Потому что у профиля фальц скошен вниз, для того, чтобы вода стекалась. Когда мы ставим фальцевый вкладыш, то он выравнивает вот это. Получается у нас ровная горизонталь. И когда мы ложим фальцевый вкладыш, ложим под вкладку и пакет сверху, то он становится ровно. Все три стекла, они ложатся ровно на это. Вот в этом случае, если ставится вот эта фигня, то тут не все три стекла ложатся на нем, а ложится только одно стекло. И, ну, может, один год, два будет нормально, но потом пакет либо скорежится, что это будет 100%, либо оно треснет. И поэтому я бы не советовал использовать вот эти штуки. Честно, я не знаю, нафига их производят, потому что, ну, это не исправно. Может, для алюминия, хотя, фиг его знает. И насчет подкладок. Они у нас, не то что у нас, они зачастую разного типа. Есть на 5 мм, на 4, на 3, есть и на 2, у нас их нету, есть и на 1. Есть и по разной ширине. Почему они все имеют разную ширину и разную толщину? Это здесь используется на пакеты, где 40 сантиметров имеет ширина пакета. Эти, где меньше. Эти, где пакет имеет ширину больше. И для раскрылинки, для правильной раскрылинки окна, если бы мы были в той части окошка, вот окно открывается вовнутрь. У нас петли внизу и петли наверху. Как оно правильно расклинивается? Ставятся два фальцевых вкладыша сюда и сюда. И ставятся две пластинки сюда и сюда. И то же самое это по диагонали вверх ставится. Вставляется пакет. И чтобы пакет нормально был расклинен, поэтому подбираются вот такие разные пластины. Чтобы его расклинить нормально по диагонали, как он должен быть. Почему ставятся подкладки по диагонали, не вверх, не по бокам? Объясню почему. Нагрузка пакета отдается на вот эти две колодки. Через эти две колодки она отдается на нижнюю колодку и опять на стену. И у нас окно стоит зафиксировано нормально. И самое главное. Эти колодки, которые снизу, эти пластиковые клини, ни в коем случае их не нужно снимать. Потому что вся нагрузка окна лежит на них. Ни в коем случае не нужно снимать ее. Несмотря на то, что у нас вот снизу есть еще и пластина, ну ни в коем случае. Особенно у дверей. Потому что если снять, помните, пенонемонтажный элемент, она не держит. Если особенно есть пена флексифор, которая она играет, она продавится как петля. То же самое и тут. Их ни в коем случае нужно снимать. Положение клиентов должно быть по бокам рамы, и где импост, обязательно сделано. Если вам это видео было интересным, то подписывайтесь на наш канал в YouTube, на наши странички в Фейсбуке. Ставьте палец вверх. И мы сегодня вечером еще снимем одну новость. Наша компания стала партнером еще с одной компанией. Вечером мы снимем про это, я не знаю. Репортаж, может, нет, но фотографии в Фейсбуке будут. Узнаете, кто они. И до новых встреч. Все.